Крепче за баранку держись, шофер. Сегодня можно было сказать сотням автомобилистов региона. Из-за сильного снегопада на 53 километрах трассы Байкал на 2 часа ввели ограничения движения для большегрузов и пассажирского транспорта. Чистили и обрабатывали дорогу от гололедицы. Не даст спуску погода водителям и остальным жителям области и в ближайшие дни. Будет ветрено и холодно.